У нас прихолодало и пришло время одеть зимнюю резину. Сейчас я с одним экспертом, которого зовут мой сын Дима. Дима, помаши рукой. Поменяем мне покрышки, установим зимние. Давай, Дима. Чтобы поменять покрышку, надо снять колесо. Для того, чтобы снять покрышку, нужно спустить колесо. Все. Теперь достаем золотник. Обживаем покрышку. С помощью лопаток мы разбортируем наше колесо. Как мы отжали покрышку, мы вытаскиваем камеру. Теперь мы снимем покрышку. Херак покрышку нафиг! Ищу покрышку, которую надо найти. Давай, сюда, сюда. Что мы ищем? Покрышку, которую... Мы хотели одеть. Да, которую мы хотели одеть. Хорошо, пошли. Так, где-то покрышка, у нас где-то была в хозяйстве, у нас где-то была покрышка. Так. Нихера себе! У нас их три. Да фига у нас покрышек. Раз, два, три. Так всем, а нет, это два колеса. Зашибись, а что? Угу. А, четыре, два. Четыре, четыре, доставай. Пять, вот оба. Шесть. Вот доставай, доставай вот шиповку. Вот это? Да, доставай шиповку. Одну шиповку доставай, доставай, доставай. Мы нашли покрышку, теперь ее в обратном порядке надо надеть на колесо. Самое главное не затупить, потому что если надеть неправильную покрышку, будет неправильно. Самое главное при вставлении камеры, чтобы она не закрутилась. Потому что при надувании она вас может закрутиться. Это объясняю везде. Ты знаешь, как объяснил, что ты просто бомбически, но... Зато объяснил. Не объяснил. Самое главное, чтобы камера у вас была без складочек, когда вы ее вкладываете. Ты сказал, что она не закрутилась. Самое главное, чтобы камера была без складочек. На что у тебя нифига не похоже? Ты вообще... Мы собрали колесо. Надели покрышку, мы собрали колесо, мы поставили камеру, надели покрышку. Осталось вставить золотник и накачать колесо. Угу. Давай. Да. Ту пружиночку отожми, вот на кнопочку нажимаешь, да, вот так нажимаешь, для того, чтобы она пристегнулась. Мы заменили покрышку, вставили колесо, и то же самое мы должны провернуть с задним колесом, и будем катать. На этом колесе специальный колпачок, с помощью которого можно открутить золотник. Покрышку мы обжали. Теперь, чтобы снять покрышку, нам надо... Стой. Шапку. Так, давай. Да ё-моё, что ты делаешь? Шапку одень нормально, блин. Как ты, я знаю, что ты... Вот и говори.
в этом колесе просто так почему-то встать нельзя, нельзя покрышку вытащить. В этом колесе почему просто так нельзя вытащить. Камера в этом колесе просто так не достается. Камера, туда смотри. Камера в этом колесе просто так не достается. Потому что... Нам не, надо еще... Нам необходимо открутить... Стопорное колечко. Стопорное колечко. А кто это придумал? Ну. Все. Ложим, и теперь он остался. Теперь выдавливаем туда вовнутрь. Молодец. Молодец. Тянем за камеру. Кряхти немножко. Когда папа все делает, а не я. Как ты это делаешь? Считай, ты сам считай. Он лопатки использовал. Считай. Она приклеилась, видишь? Мы же не оторвали, не отжали здесь получить. Мы с тобой. Нет, вот видишь, вот сейчас. Я вот еще смотри, полку еще. А слышал? Вот теперь она снимется. Давай. Ну давай, 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 снимай. Мы ее просто не отжали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну давай, давай сделаем с помощью лопаты. Смотри. Вот они. Вставляем лопатку. Ну все. Теперь можно посмотреть, что здесь. Видишь, у меня тоже одна выскочила. Ты не кряхти. А мне можно. Я пап, не можно. Мне папу. Да-дам! Магия! Магия, так. Все? Так, это мы кидаем. Эксперимент 131. Надеемся, что он не упадет. Беспашный. Я старался. Ты смог. Да. Спасибо, Динка. Что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты не будешь кататься? Ни сколечко. Вставай, давай. Вставай, давай. Сигарика. Ты уронил мой лясик, ну. Блин. Вау. Велокомпьютер отломал, понимаешь, что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.